Всем привет, с вами Хедин, и перед тем, как покажу вам лучший бой стрима, подведем небольшие промежуточные итоги. Итак, на Кутузове за стрим мы откатали 7 боев, и при этом 100% побед. В среднем получилось нанести 62,5 тысячи дамага, что на 10 тысяч меньше, чем я нанес на Атага. И виной этому, я думаю, очень некомфортная баллистика Кутузова. Хоть и дистанция стрельбы у него очень высокая, но попадать на такой дистанции довольно сложно. Меткость ГК у нас получилась в районе 25%, тогда как у Атага 31%, но зато получалось набивать чуть больше опыта за счет того, что мы чаще добивали шотные корабли. Что же касается фарма, в среднем на Кутузове получилось набивать 205 тысяч кредитов за бой, тогда как на Атага получилось 305 тысяч. Боев, конечно, сыграно не так много, чтобы наверняка сказать, что Атага лучше фармит, но тем не менее цифры я вам озвучил. Ну а более конкретные итоги подведем, когда откатаем два оставшихся премиумных корабля 8 уровня. Ну и далее сам бой. Приятного просмотра. Так что вы далеко не заходите там. Особенно хед, у тебя эта цитадель, она очень большая. Знаю. Хочешь, покажу, где она? И так знаю. Ну говорят, Кутузов стал меньше гореть, может проверить? Ну давай. А у тебя знаешь, Гена, где цитадель? У меня цитадель почти везде. Смотрите, я могу проверить, как торпеды в вас заходят. Я далеко слишком. Но я зацелил тебя, если что. Сейчас в бану идем. И конец стриму. Нормально. Так, кто там у нас на Харвизоне? Норочка. Эти в танках раньше можно было соотрядников. Ой, я дострелялся, оно меня улетело. Угу. Норка тебя заметила, да? Ну так. Тысячу нанесла урона. Так, а он что там стоит или что? Он идет на полном. Он у меня не двигался как будто. Так, Fighter Airborne. Никто не подсветит его. Вот. Я в него тоже в разок попал. Ой. Поехали, фокус по мне. Дострелялся. Странно. Такое затишье булки. Надо, по-моему, отворачивать нам. И булки бьет по мне с 22 километров. Ну, и это попадает. Норма. И попадает причем. Вот это не норма. Норка тоже, кстати, хорошо стреляет. Ты ушник, может? Может. Все может. Или может играет хорошо. А, ну вот, странно, там я там даже косяк не обнаружил. Я отворачиваю. Начинаю гореть уже, все понятно. Они что-то все в одну сторону, по-моему, пошли. Тут то ли эсминцы, то ли нет никого, непонятно. Тут по мне салют приветствует. Слушай, ну были бы на нашей стороне эсминцы, мы бы уже светились. Это да. Ну тогда и делать тут нечего. А дайте мне. Иду в твою сторону. Мне тут весело. Каролина сейчас там протаранит Атага, по-моему. Да? Слушайте, мне может заскочить им за спину? Не стоит. Блин, как же долго летят снаряды, это вообще нечто. Это что-то типа Бенсона, только Кутузов. Только большой. Да. Ой, я свечусь. Поджог, кстати, Каролина. Это хорошо, это дело. Не тушится пока. Сейчас я Каролине привет отправлю своими эльфийскими фугасиками. Джессики. Да, еще бы попасть. Я вот попадаю, но там люди.
Блин, перед ботом упало. Не, а маги дамажат лучше ребята, если что. Норка это про танкование, а маги про дамаг. Ну, так это вроде бы... Ну, не знаю точно. Но в целом про обе ветки, так можно сказать. Ну, нет, все-таки. Там местами по-разному. Ну, бывает, да. Но я линкоров мало кто. Не могу сказать. Ё-моё, целая гора стоит. Кого стрелять не знаю. Блин, да. Не залезай туда. Блин, я думал, атага уперётся. Да? Не а или нет? Нет, проходит. Блин, ну мне тяжело подойти к такой толпе. Так, слушайте, я... Ой, вот я про что и говорю. Чё, принял? Удар? Нет. А что? Заградку запустил вместо дыма. Ага. Вот, атага встаёт. А Чипай стоит там, что ли, не видите? Слушай, я не знаю, но я по нему один раз стрельнул, не попал. Но они разворачивают стволы, они в шоке, что я у них за спиной. Чипай там с Хацухара что-то толкает, вспомните. Атага вот стоит. Я даже эти бабушечки включу. Это первый раз такое скопление. Блин, он это петух. Как его зажечь? Петух, может? Как его зажечь срочно? О, отлично, как по заказу. Работаю по маге. Эхо. А маги по мне работают. В принципе, как и все остальные. Блин, атака потух. И не зажигается. Блин, а атака с ним виза бьет, сука. Прокачанный, что ли? ТОПшками причем по мне бьет. Сейчас я его подсвечу. Там в маге куча торпед идет, все мимо. Офигеть. Я свечусь, а тага нет. Считаем, маги танкуют и танкуют меня. Тага светится. О, он там застрял. Надо его принимать. Дурачок по мне бубашками бьет. Он это совсем попутал, что ли? Ой, Чипай засветился, я тут сейчас отхватываю тоже. А маги горит. А, нет, он завтра выходит. Я сейчас не принимаю. Убегай. Не лезь, не лезь, да, потому что они сейчас должны выйти из кустов стрелять. Пустоброта. А магия еще раз горит. Плохо попадает, конечно. Проворачиваю, пока есть возможность. А я сейчас своему эсминцу нашему, то есть помогу с эсминцем с этим. Блин, а так это казалось. Не знаю, что-то не хочет он светиться. Что вообще не хочет светиться. Вот светится. Сука, вот он где. Подражал. И сразу же тухнет, как так-то? Читер. И Буки вылетел, что ли? Стоит. Да, убили по нему. Ну, кстати, я даже частенько снаряды отбиваю. Бортом. Ну, зайц. Под углами. Не совсем все плохо. Сейчас атака попробую наказать. Да, атака полный инвиз. Прокачан. Ну, все правильно, так и надо. По сути. Ой, не туда, ну, да. Вообще я выстрелил. Да, посмотрим. Это его и спасло, так бы мы его уже забрали. Блин, слабо, ты попал. Так, я уношу свою эту пятую точку отсюда. Неси, неси.
Ну если Пенсакола и Лесоход, ну уже все, не Лесоход. Не попаду я торпедами в него. Забыл я, кстати, модернизацию поставить на точность. Она идет прямо на нас. Быстрого. Ну да, ему так немножко. Тысяч на 10. У нас вон слева выходят ребята. Да, везде тут ребята уже. Черт, я сменился какой-то видео, он там дым не запустил. Блин, а маги пропал. Какие-то, не знаю, прокачанные игроки против нас. Хорошо же, не скучно. Опять нагиба нет. А-а-а. Прогиб есть. Прогиб есть, да. И сейчас броском его прогибом там. Ва. Плохо заходит на маги, конечно. Через нос. Фига, маги попадает с 13 км. Меньше даже? Не понял, вымерла. Меня о, с пятым... удало и меня тут в упор. Меня с пятым перком на маге зацепит 13 км. Двигло сломал удалом. В один единственный остров врезался. А, я лицо о маге сломал. У него что-то случилось. Детонация какая-то у него произошла. Капец. У него 4 километра торпеды. Кого? До. 8. Весь. Я тут и думаю, что это он меня так кидает. Не все еще, к сожалению, корабли знаю. Не только лишь все. Не только лишь все. Как там смотреть завтрашний день-то? Не знаю, не только лишь все могут. Угу. Пенса тоже хитрожопая, мне хочется на борт показать. Ну куда же лучше? Не терпеливый. Ну, может закончится сейчас. Все едимости. Пока, Пенса. Ну блин, я врезался. Ну ладно. Что-то вот пока я смотрю, так вообще никакого смысла в ПВО упарываться нет на кутузе. Не знаю, ну, по крайней пока мере. Нет. По крайней мере для рандома. Ну там, да, один спал, было два авик. Где-то они все летали. Так, лови, давай, ну, помоги мне. О, вот так. Не только лишь все могут нажимать на кнопку раз в 30 секунд. У нас, кстати, бой-то вообще равный идет. Пока но что-то. Прежде чем нажать на кнопку раз в 30 секунд, надо же еще и подумать, куда нажимать. Логично. Ой, эсминчик, сучка. Пац, сюда. А, не попал. Ой, я попал даже к нему разок. Блин, с такой баллистикой самая тупая эсминцев, конечно, стрелять. Вот у нас Рон у меня ушел с помощников. Мы бы продавили бы здесь. Нужно добить. Я попробую. Закинуть. Ну нет, трепанные все там. Ну-ка, верка. Да, стоит. Стреляю по нему. Погащу его заднюю башню. Ну, у меня, судя по поджогам, Сахара, всем пожарам... Хет, бей по Сахаре. Да я не попадаю в него. Работаю по Хатсу. Плохо? Торпеды скинул. Маневрирует вообще активно. Сейчас попробую. И Буки там догорит уже, наверное. Капец. А, эти буки, танканул, стоящие буки. Меня танканул лайфкашер. Ну ладно.
все, к этому масленицу фраги подбирать. Так, а Щерс там что делает? Щерс подбирает. Уперся, что ли? Да, он стреляет из-за острова там. Постодростка. Ой, ему пожар прилетел. Дострелялся. Сейчас еще бомбашка моя прилетит. Ну, сейчас, по-моему, там поплохело резко. А вот так вот, его нефиг из кустов стрелять. Ой-ой-ой, что-то прессуют меня, зайдем с тобой. Ой, попало на 8000. Так спрячься за мной. За тобой и прятался. Отвлекаю морфу на себя. Слушай, что, в дыму поди встанем? Ставьте дыму, да, я да. Морку на себя пока отвлеку. А то перед нами, кстати, дым уже, по-моему, стоит. Ну, неизвестно. Морка горит. Сколько он прогорит? Тонковат нас. Останавливаюсь. Ставишь дымы, да? Да, давно уже. Нужно, чтобы светил еще кто-то. Самолетик он как-то летает. Ой, наверное. Мы морку накажем. Зря она мне борт показала. Она, видишь, хотела на меня развернуться, а потом поняла, что вы там. У нее безвыходное положение. Норка горит, три пожара ей. Торпеда! Ловлю, наверное, одну-то точно. Ух, хорошо как. Иду за терпилой. Большая пробоина. Пошли вперед. Пиво остался. Можно было, кстати, увернуться от нее чуть пораньше, если бы этим начал заниматься. Господи. Ой, летит в меня. Ой, я, наверное, отойду сейчас. Да? Нет, что-то не хочешь. Во, я говорю, вот так вот как-то бортом он даже умудряется что-то танковать. Вот, все пиво умудряется, вот это да. Это поймал что-то. Горит терпило. Ну, сейчас ты точно отойду. Пока. Угу. Ну, сейчас уже можно. Я только понять не могу. Это чудо. Да, тоже не знаю. Бежала. Бегают где-то тут. Что, тебе на базе не надо помогать? Я попробую найти его. А, вон он где, торпеды скидывает. Вон где. Где? Да где-то он рядом со мной тут. Я потому что в перманентном засвете. Ты видел торпеду его или что? Вон он, вижу. Дайте. Дайте, он за остров. У меня воин горит. Вот он вообще. Сорян. Да нет, это кончилось там что-то. Или кто-то убил его? Я его убил. Ну ладно. Бывает. Нифига себе, 88 тысяч. Ого, ты первый. Блин, ты меня на 3 очка. На поджигал. Ну, у меня 114 почти. У меня 83 306. Ну, все нафигачили так неплохо.